Большая победа в истории футбольного клуба «Кызылжар». Матч, проходивший в рамках первенства страны, завершился со счетом 0-5. Соперником местной сборной стал шымкентский «Ордабасы». В этой встрече отличились Юрий Бушман, Валерий Коршакевич, Дарко Зорич и Павел Яковлев. Шымкентцы на 61-й минуте забили гол в свои ворота. По итогу матча победа досталась североказахстанцам. Она позволила «Кызылжару» набрать 29 очков и занять 4-е место в турнирной таблице. Следующая игра местной сборной пройдет с кызылординским «Кайсаром». Матч состоится 11 сентября в Петропавловске.